body and mind. О, матрица. Блин, тяжело. А ты что думал, легко? Перчаточка. Это ухо, которое вырастили у мыши. А, это просто образец. О, я хочу такие ноги. Это где скелет? Да. Огонь. Или вот такие, как в Портале. Мозгоанализатор. Мозгоанализатор. Канализатор? А что мне его трогать? За легкие. Ну что-то как-то нехорошо. Наверное, на правом видео, а не наверх. Играть.
не работает. Это плюмбус. Зуля, я плюмбус нашел. Это не часы. Это пар вибратора вообще-то. Откуда вы? У тебя такой есть, что ли? Вот это технологии. О, это же это, Star Trek. Ну, типа. Кто это? Star Trek-овский этот. Это ж макет. Вон, классик коммуникатор. StarCraft для Star Trek. А это Motorola. Ну, на базе сделан. А это что? Ремонт? Да. Я думаю, там для детей все это игрушка это? Запах. У-у-у. Личинки всякие. Хочу знать, что это такое. Личиночки, да. А вон какашки. Тут можно что-то вот тут понесли. Коричка. Мои мечты. Угу.
чего 3D принтеры дошли. Теплица. Спасение от полярских жуков. Колорадские жуки. О, гравитация. Смотрите, там технология. Компьютеры могут его. VR Time Travel. О, это же Oculus. Можно Oculus попробовать. Ничего не понятно, но очень интересно. О, это Марс. Ну, картошка растет. Эй, я нашел мозгарный анализатор. Что там видно? Миф. Миф про космос. Компешник. Будильник? Звук вакуума. Thank you.
дойдем до минус, поднимемся, что мы уже успешно. Дойдет ли вопрос? Нет, не точка. Чем мне нравится видео? А мне нет. Что, спутник какой-то? Спутник какой-то. Я первый раз вижу такие болты на этот винты, вернее. Я первый раз вижу, чтобы он был сделан из пенопласта. Композит какой-то. Почему нет? Может, на самом деле? Откуда вы знаете, значит, чего? Что, прям из металла или нет? А может, какой-то измерительный зонд? Что это? А нету больше вверх. А сюда мы так все обошли? Да. Идем в той чурбанцев, где сплошь. А, все, нету больше. Там ничего нет. Ну, идем будет.